Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем обзор обновления в Планицу Океане. Сегодня у нас Тасманский Дьявол. Так что, почитаем про них, я почитаю, вы послушаете. Вольерчик более-менее адекватный, ну, мне кажется. Хотелось как-то немножко получше, но что-то такое себе. Ролики, не знаю, как будут выходить, как скоро будут выходить. Потому что нету, скорее всего, не смогу записать прям быстро-быстро их все. Придется какое-то время подождать. А, как я и говорил, скриншоты я забыл приложить к прошлому видео. Я их нашел, скачал, но приложить, как я и сказал, я забыл их. Так... Прикольные животные, кстати, такие. Я думал, они, кстати, побольше, они прям такие маленькие. Ну, ничего страшного. Будем, наверное... А то животное, одно видео. Пытался что-то... Ну, не на запись, а просто пытался что-то сделать, что-то интересное попытаться там построить. Нифига не выходит, как обычно, вот есть идеи, садишься делать и нифига не получается. То ли терпения не хватает, то ли не хватает каких-то предметов, которые ты хочешь, чтобы они были, а их просто нету. И не получается сделать то, что хочется. Ну, ничего страшного. Когда-нибудь они либо появятся, либо сам что-нибудь сделаю, какой-нибудь ассет, и поэтому... Все это построится. Так что скриншоты я сейчас приложу. Прямо сейчас вот я запишу. И приложу скриншоты. Где-то в какой-то момент они будут. Так что слушаем про Тасманского Дьявола. Тасманский Дьявол является крупным плотоядным сумчатым животным, родным для зарослей и лесов Тасмании. Оно также было возвращено в Новый Южный Уэльс в Австралии. Тасманский Дьявол обладает коренастой фигурой, крепкими ногами, мощным хвостом и острым носом, а также маленькими глазками и округлыми лысыми ушами. В основном шерсть Тасманского Дьявола черная, но на хвосте и морде можно заметить рыжеватые оттенки, а на груди и крестце животного находятся белые полулунные пятна. Тасманские дьяволы имеют половой диморфизм. Самцы вырастают от 62 до 1 см в длину и весят от 5,5 до 12 кг. А в то время рост самок составляет лишь 52-57 см, а вес 4-8 кг. Рост в холке как самцов, так и самок варьируется от 20 до 30 см, а их хвост имеет длину около 25 см. Тасманские дьяволы считаются вымирающим видом. Хоть их текущая популяция является стабильной, она издавна преследовалась поселенцами Тасмании из-за ложных заявлений о том, что они убивают скот. Однако порой тасманские дьяволы и вправду могут охотиться на оставленные без надлежащей защиты куриц. Тасманские дьяволы страдают из-за генетических раковых опухолей лица, которые... значительно сокращает их популяцию в дикой природе. В связи с дополнительными угрозами в виде машин, разобщения популяции и деградации мест обитания, численность животных не может восстановиться. Ученые работают над вакциной от врожденной болезни тасманских дьяволов. Однако пока их труды не увенчались успехом. Сейчас здоровые особи выпускают в дикую природу, чтобы хоть как-то сохранить и защитить популяцию диких дьяволов. Социальные потребности. Тасманские дьяволы ведут одиночный образ жизни, но могут терпеть соседство с сородичей в общих местах, где они питаются или испражняются. В остальном же они проводят время вместе только в период спаривания или в случае, когда мать заботится о своем выводке. Размножение. Тасманские дьяволы устраивают брачный сезон осенью в южном полушарии, чтобы отлучить потомство от груди к весне или лету, когда вокруг гораздо больше добычи. Самцы ищут фертильных самок и вступают за них в драки. Обычно самка выбирает самого сильного самца. Чаще всего драки и сам процесс спаривания происходит в агрессивном ключе. Так что после них у всех участвующих остаются шрамы и отметины. Тасманские дьяволы полигамны. После того, как самка спарилась с выбранным самцом, остальные самцы тоже могут спариться с ней без цели продолжения рода, чтобы набраться опыта и повысить свои шансы оставить потомство в последующих брачных сезонах. Самки фертильны на протяжении примерно 9 дней. В течение
их 21-дневной течки. Беременность тасманских дьяволов протекает 21 день, после чего самка рожает до 50, но обычно около 20 или 30 крохотных и недоразвитых детенышей. Они забираются в сумку матери из родовых путей и цепляются за ее соски. После этого новорожденные остаются в сумке на протяжении 4 месяцев, не перестанно кормясь от матери. В возрасте 6 месяцев они полностью отлучаются от груди и вылезают из сумки. Молодым самкам обычно удается вырастить двух детенышей, а более опытные матери обычно сохраняют от 3 до 4 отпрысков. К 8 месяцам детеныши становятся полностью самостоятельными и покидают мать, чтобы жить обособленно. Самки тасманских дьяволов достигают полового созревания на 2-м году жизни и обычно дают потомство после всех следующих брачных периодов, в то время как самцы становятся половозрелыми лишь к 3 годам и не всегда сразу же преуспевают в битвах за партнершу. Вольер готовый. Вот так вот он выглядит. Что-то вроде приличное для заборчика. О, лектор собирается. Коллектор. Чаще, да, конечно, брови. Точнее, эти тени. Да. Ну ладно, за... А тебя никто не хочет слушать. А когда... В марте. Да, никто не слушает. Меня никто не хочет слушать. Меня не заплатят. Меня уволят же. Ребята, ну кто-нибудь, придите, пожалуйста. Не хотят ее слушать. Давайте, я хочу уже март. Давайте быстрее, март. А, уже подготавливается. Вот толпа идет толпа. Сейчас будут. Веселей, женщина! Давай, февраль. Сколько дней в феврале? Я, кстати, никогда не задавался этим вопросом и не видел. 27. 28. 29! 29 февраля. Ага. Все правильно, ладно. Hello, Eva, for Vilosa. Да-да, они так и делают. Von Druen Lutodon. At Lamulton Merver. Вот на этой фигне, оказывается, дети стоят. Прикольно. А где сами? А, вот они шарятся. Ihadel, come on, Santo, Carle. Ora Shumpado. А чё они, где они бегают? Вот он. Вот он какой. Куда ты топаешь? Ну не говори, что ты в нору. Он в нору. А, они все в норе. Они все сныкались. А он пошел. Дай, выру... А! Одна рычалка вышла. Да блин. Большие растения. Только не говори, что ты опять хочешь обратно. Ох ты какой. Ох ты какой, смотри на него. Они любят купаться. Но тут правда... Он правда по земле гребет. Точнее не по земле, по дну. Какого фига... О, второй пришел. Чего они так любят купаться здесь? Они постоянно тусят в воде. Рядышком. Либо они рядом, либо в воде. Вечно купаются. Так, сейчас они это, жрамкать пойдут. Зачем, не знаю. Голодные, что ли? Оголодали. Я хотел это записать видос, а я же и так его записываю. Хорошо, что скриншот нажал. Что одна блондинка здесь делает?
Почему блондинка одна здесь? А, я думал, она без штанов, она в штанах, оказывается. А опасно так стоять, кстати. Ну, упадешь же. Все, все, рассказали, все, молодцы. Ну, вроде так симпотненько вышло. Ой, симпотненько. Очень симпотненько, оказывается. Так. Давай это я уберу. А, здесь я могу подвинуть. Вот так вот, если... Да, вот так вот я это оставлю. А, куда-нибудь это надо... Вот, я вниз это спрячу, пускай оно там стоит. Я просто забор потом возьму. Тут маленько другой забор, чуть-чуть отличается. Я забыл, что я сделал его выступающие колонны. Так, кивики. Кивики, где мои кивики? О, вот мой кивик. Кивик решил поспать. Ты милашка какая. Он просто спит. И водичка капает. Так, вы еще не это, да? Эх, жалко. Чтоб маленькие кивики хоть побегали. Не, ну если вот эти типа там приносят до хрена детенышей, сколько там, 20 и 50, типа, да, сколько? До 50. Охренеть, выживает всего там 4 максимум. Как-то очень жестко. Может, там нолики лишние? Типа 5 и 2, а не 50 и 20. 50 и 20, мне кажется, это как-то жестко. Ну, типа, где в этой маленькой тушке 50 детенышей поместится? Даже маленьких пускай. А где у него сумка? Ты самка? Ты самка, да. А сумка где? Где сумка? Ну-ка, покажи. Ух ты, какой дерзкий, ты посмотри на него, а. Чё тебе мячик-то сделал? Эта штука доступна? Доступна. Давай-ка поиграй-ка. Поиграй, давай. Пускай играется. Да-да-да, понюхал, молодец. Охота тебе со струей воды поиграть. Да-да-да, я тебе говорю, это интересно. Давай. Что ты будешь делать? Порычать на нее интересно, да? И все? Ты просто понюхал, помылся? Тебе помыться нет места или что? Так, давайте посмотрим, что им еще можно. А, кстати, да, точно вспомнил. Исследование. А кто у нас занимается этими животинами? Так. Где вот? О, рабочие зоны. Так. Тасманский дьявол. Гастон. И Кассандра. Гастон и Кассандра. Гастон у нас идет. Гастон сюда. И Кассандра сюда. Исследуйте, да. Но у них, наверное, все исследовано. Что у киви. Так, где? Вот, да. Ну, только еда получается. И у тасманского дьявола то же самое. Типа про то, что, типа, смотрите, не посмотрите. Вот, я просто тут поменял зону. Точнее, не зону, а постройки. Здесь были маленькие, стали большие. Ну, типа, вот стандартные, вот так вот их совместил рядышком друг с другом. И все нормально стало.
А получается, зона была, не помню, по-моему, то ли Фоссы, то ли кого-то, короче, здесь. Из новых этих. Короче, а, да, скорее всего, Фо... да-да-да, скорее всего, Фоссы была. Тогда даже уже не помню, чья была. Так, где? А, или полосатый варан. В другой... В этой и другой. Или черный носорог все же. Нет. Фосса. Да, это была Фосса. Все. Так, здесь мы все это посмотрели. Ну, кивики, че вы до сих пор не закивили? Из-за нехватки места. А, полосатый варан. Спасибо, 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 спасибо. Сейчас, сейчас все сделаем. Так. А, до свидания. Так, ты старенькая уже особь. Ты, ты молодая. И ты молодая особь, да? Отдыхайте. И получается только один остался, что ли? Да. Странно. А где второй? Не помню, чтобы он погибал. А, кстати, ленивцы. Ленивцы, точно. Да, блин, выделили... Да, выделили эту штуку. Во. А, сколько у вас здесь, ребята? А, ну вы пока еще беременны. Ждет потомство. А когда? А когда ждет потомство? Так, этих у нас тут, наверное, уже дофига мартышек. Да, они до сих пор носятся. Вернись. Ты бесплодна. А, ну уже старенький. Какой объект? Ничего страшного. Ничего страшного, переживут. Все равно максимально уже. Это ветряная энергия, зеленая энергия. Что вам надо? О, ослики маленькие. Не трогай какашки. Зачем тебе какашки трогать? А, маленькие верблюдики тоже есть. Да, да, маленький верблюдик. Ну, что-то типа вот таких заборов бы. Что-то надо придумывать, что-то надо. Некогда придумывать, вообще некогда. Такс. Ну вы что тут, где? Вы опять все попрятались, что ли? Куда вы все делись? А, кстати, надо немножко подвинуть. Надо вот... Вот так вот. О, другое дело. На меня? А, вот эти вот надо выделить. А, ну да, так ты не выделишь. Только вот так вот, если... Каждый предмет... Сейчас мы немножко подвинем. Залезание, естественно, выключить. Так, туда еще дальше. Вот так. Они у меня выпрыгивали, кстати, из-за вот этого... Ну, если заметили, они из-за этого дерева. То есть они запрыгивали на типа на дерево, и типа с дерева прыгали вот сюда. Это прям жесть. Я такой что-то хоп, уже когда закончил запись, смотрю, он по дереву уходит, ну, типа по воздуху ходит. А у него площадь-то большая, оказывается. И он такой, а похожу-ка я по дереву. Они все здесь. Они все в норе. О. Нормально. А это мы где? А это мы вот здесь, да? Так, это мы вот здесь. Тогда это мы подвинем. Ага.
Еще надо подвинуть. А, это уже другое дерево мешается. Все понял. Так. Да, блин, это серьезно. Какой из... А, нет. Мешается все же вот это. Сейчас мы его отодвинем. Так, вот так оно не залазит, уже хорошо. Но мы его удвигали прям конкретно. Ладно, тогда я его просто вообще уберу. Чтобы оно не мешалось. Так, здесь вроде все нормально, все хорошо, все отлично. Они все в норе. Да, блин, откройся. Да, господи, откройся ты. О, как меня бесит. Вылез. Молодец. Один вылез. Остальные где? Здорово. Что там? Камни. Зачем камни берутся? Но она не выделяется, вот эта штука. Ну, не хочет она. Она выделяет мне папоротник грёбаный. Грёбаный папоротник. Чё завис, друг? Чё завис? Такой... Так, я думаю о мироздании и всем таком. Почему я животное в зоопарке, в игре? Вообще, что со мной? Ладно, пойду по своим животным делам. Да-да-да. Рычалка, блин. Вылазили. Ладненько, на этом закончим. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока. Below.